Громкий процесс и строгий вердикт. В Германии за отрицание Холокоста приговорили к тюремному сроку 88-летнюю женщину. Причем привлекают ее по этой статье не в первый раз. Сколько дали подсудимой и придется ли ей сидеть за решеткой, узнаем от Татьяны Лагуновой. Тюремный срок за отрицание Холокоста суд Берлина приговорил к 6 месяцам заключения публицистку Урсулу Хафербек. Ее признали виновной в разжигании межнациональной розни. Урсуле Хафербек 88, на скамье подсудимых она сидела уже не раз. За последние несколько лет различные суды Германии приговаривали ее к штрафам и тюремным заключениям. За отрицание преступлений нацистского режима в общем и Холокоста в частности. Поводом для нынешнего приговора стала речь Хафербек на одном из мероприятий в Берлине. Выступая перед ультраправыми активистами, она заявила: «Холокост – это миф, в нацистских концлагерях не было газовых камер и массовых убийств». На суде женщина пыталась оправдаться. Дескать, это не ее личное мнение, она просто цитировала отрывок из книги. Но судьи пересмотрели видеозапись мероприятия и убедились в обратном. Несмотря на то, что к тюремному заключению Хафербек приговаривали уже не раз, за решеткой она пока что не сидела. Поскольку постоянно обжаловала вердикты в судах высшей инстанции и затягивала процесс. Апелляцию подала и в этот раз. Представители Фемиды пообещали рассмотреть ее в кратчайшие сроки, чтобы Хафербек все-таки понесла наказание. Татьяна Лагунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».